Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, вон, позови, поздравь его. Скажи, Сергей Сергеевич, расщедрились, да, вы сегодня? Давайте. Я не знаю, с Новым годом, может, поздравляю, Серый. А не с Новым годом поздравляешь, что ли, да? Да, что случилось с ребятами? Что за прикол? Что с ребятами происходит? Дань, братан, поправляйте, давай все в темпе. Практически. Давайте начинаем бодренько. А зачем вы стелаете? Сразу просьба про любителей высокого турника. Пожалуйста, стелим максимально опорно. Не, поролон вы не вспоминайте. Сначала поролон, не помогаешь на себя. Так, что, Серег? Поларон. Поларон. Это уже потом. Давай подумаем, что мы можем запечатлеть. 720. Сергей Геннадьевич? Да. А я тут подумал, у меня футболка не нужна. Почему? Ну, мне это уже нравится, я в ней 6 лет хожу, даже больше. Она офигенная. Не вопрос, не вопрос, Данил. А то смотри, а никаких денег не надо, это подарок. Или, ты, или тебя напрягает то, что ты будешь ее забывать и нет. Подтягиваться, отжиматься? Мне просто кэпчик прибыль. Да? Но это синтетика же. Я не знаю, что это. А та вот у Марк. Марк, подойди, пожалуйста, сюда. А та хлопчата бумажная, она для тела, ну, получше. Пусть Данька, погоди, дай кусочек потрогай. Это хлопчата бумажная, она... Сергей Геннадьевич, а как получить такую же майку? Парни, мне надо от вас размеры, чтобы вы отправили. Вот на тот номер телефона, который в объявлении, вам надо подписать имя, фамилию, отчество и размер. Денег от вас не нужны, вы поймите. Мы хотим просто, чтобы вы одинаково выглядели красиво, четко. Можно вареник взять? Да. Сейчас, Серый, достань, пожалуйста, секунду. Данил, погоди, там нормально? Там просто может, чтобы ничего не упало. Да, все. Номер, который в объявлении. Силовую. Ну, силовуху, наверное, да. Сегодня силовуха, например, там. Завтра еще что-нибудь. Давай сейчас посмотрим. Также можно дополнить только силовуху. Серый, помоги Даниле, пожалуйста, там он в этот. Чтобы ничего не упало. Я уже все достал. Достал? Парни, под изголовье. Данил. Там надо доставать и тоже. Под изголовье надо стелить. Марк. Марк, под изголовье. Маты. Вы сейчас сразу достаньте. Там 2,16 и 24. Да не срывайте, если ты просто сорвешься, ты чтобы головой не ударился. Да. Мат, конечно, как нужно. А почему вы только на высокий турник стелаете, а по-детски, да, не стелите? Вы помните, что дети тоже нуждаются в защите. Лука, помогай ребятам, Лука. Давай, вон еще матрас. Данил, аккуратнее. Давай еще сюда. Владик, возьми, пожалуйста, два квадратных пневматика. Вон тебе серого цвета, серо-белые. Возьми, пожалуйста, два квадратика. Это панели. Ты знаешь, как делать будешь? А, да. Два квадратика. Да? Они коротенькие. Ну, такие. Да, два штучки бери, да, вот. Они подбили. Пойдемте. Вот стелим здесь. Одну, вторую, и детьми мы как раз мы можем. Вам хватит подальности, нет? Одна, вторая. Все, закидывай теперь сюда второй слой, я уже так далеко. Куда второй слой тебе сначала? Сначала буду. А 24 не стали брать? Нет, на 2 одинаковые. А то она нормальная, еще 24. Дайте специальные. Все, продолжаем, штанги все эти, манги, все полагается. Сейчас музон включим. Предложай. Серый, ВКонтакте слушал музыку? Да. Да, как тебе парень? Вот так. Я эпичный знаешь, я увидел такой, не зашел по ссылкам. Я скачивал на этого карлика в этот момент. Сейчас я. Я что-то увидел, да, и потом. Включу, послушаешь.
Я как раз хотел скачать. Надо ей себе уродить. Что, магнезия есть у кого-то? Нет. Стрелка Семёна, давай. Не-не-не-не, ребята. Так нереально. 8 связок разогревающих по 8 разных элементов. Простых, 8 по 8. Простых. Так и надо. Вы пользуетесь? У вас есть она? Нет. Ну давай, все хорошо. Алло. Илюха, да, здорово живем, братан. Удобно, да, перезванил тебе первый раз несколько дней назад, забыл, все в суете. А, сегодня сначала еще с Денчиком поговорил. Все, вижу, молодец, да, все, красавчик. А, объявление ты с Денисом, все, вы сами решите, все договоритесь, да? Где ты место, где вешать нашел, будешь? На двери и где там? Ну, чтобы все, а еще, знаешь, подсказка такой, братский. Напечатай в 2 экземплярах. Один повесь на двери, один, например, на шкафу. Чтобы люди, занимающиеся там и там, могли увидеть. Правильно же? Ой, она пустая. Либо да. Так. Это сложно. Так. Ну да. Да. Я просто захожу, каждый раз клею. Я захожу опять 40, думаю, что за прикол. Я понял все, Илья, да. Ну, возможно, так, но вот сам прикол. Его когда клеишь, я просто перед уходом, получается, обращаю внимание. Его когда клеишь, он это, ну, нормально приклеится. Ну, не суть. Ты скажи, пожалуйста, ты квадратный мат нашел, увидел, где рваный? Посмотри завтра, кто придет, посмотри, или как у тебя тренировка. Посмотри, надо что-то решать. Надо его, браток, либо заклеить, либо шить, ну, зашивать. Смысл такой. Нам пока повезло, что, ну, это не он не разорвался больше. Бля, иначе придется этот. Ну, я... Ладно. Парни, пожалуйста, переверните сейчас квадратные маленькие матики. Переверните просто каждый, посмотрите, где один рваный должен быть. Просто одной и другой стороной. Посмотрите все, пожалуйста. Маленькие квадратики, да. Каждый переверните, посмотрите рваный. Данил, пожалуйста, Дань! Стоп! Иди сюда. Иди сюда. Все, остальные посмотрите, пожалуйста. Все, братан, ну хоть рожу, пожалуйста, принять, дай пятюню. Знаешь за что? Я тебе 3 раза сказал, Даня, остановись, нашел рваный? А вот такой. Нет, это такой, есть один рваный. Один рваный есть. Сейчас, секундочку. Он может быть этот и есть, один рваный. Он может быть и есть. Пожалуйста, посмотрите. Да, еще раз. Я вот там все посмотрел, вроде нормально. Все, лады. Вот его под детский, Серега, убери, пожалуйста, вот этот рваный. Вообще лучше его в сторону покажет. Ну не очень, я знаю. Прогрыз как бы, ну, что, приматы? Возможно. Брат, 50, это даже не 100. Не хотелось бы тебе сотку сказать, но ты опять начнешь сам с собой разговаривать. Я не смогу. Давай, брат, все, берись, лады. Все, все нормально? Давай, не берешь. Неужели тебе трудно было остановиться? Я понимаю, сегодня 4 Данила. Я понимаю, что трудно осознать. Да, но ты же понял, что я к себе говорю, когда... Я же говорю, что я слезла. Давай, молодой девочек. Надо еще для того, как залез. Давай. У меня тогда вот такие хватаны. Постарайся, не смотри туда. Не смотри, все, смотри внутрь себя. Все, сам себя прокачивай. Да я это понял, Илюх.
все, давай, пусть телефон, чтобы у тебя не садился и сам ты не мерз это. Придешь, когда завтра посмотришь, ладно? Я сейчас это не совсем включился. Просто там его нам надо продумать, как его аккуратненько залатать, иначе это, если сам помнишь, чуть-чуть маленькую дырку упустить, она разойдется по всему. Я не знаю, если мы возьмемся зашивать, это одно. Надо лучше платку поставить, мне кажется. Надо нам подумать, как это все красивенько нам подклеить, чтобы гармонично смотрелось. И вообще в идеале, конечно, он расчехляется, выворачивается, ставится изнутри платка, потом обратно поролон засовывается. Я просто не хочу это лишнее действие сделать, как нам надо понять, как проще. Ты сам ее найди. И типа с Денчиком, типа подумайте, как, потому что потом карандец, ну на пятак мы вопремся из-за этого мата. Именно перед СТЦ, это помнишь, да, это нам выделили, чтобы заниматься. Вот. Нет, это квадратики, это 10 квадратиков, да, вот один из них, увидишь такой. Я его, если что, положу там сверху, дай бог, да, давай. Дай бог, чтобы вторые не ушатались. Все, Илья, до встречи, до скорейшей. Все, до всего доброго. По 8 связок, парни, по 8 элементов, пожалуйста. Простых связок по 8 элементов. Разогревочных сделайте. Будьте так добры. Молодцы. Лука, ты там не лази, брат. Слезай, как залезал. По лесенке слезай. Сейчас Сергей Сергеевич зови на помощь, он тебе будет помогать. Слышишь? Ты как делаешь, вот так? Серег, Серег, помоги Луке. Давай Лука в темпе, не залезай больше туда. Попробуй попытку на девятку. Два года ты ее не делал, да? Ноги. А вот тут я слышу. Это пока... Это помню, не страшно, я боюсь... Чекай, сейчас попробуй. Я боюсь, я не могу сделать. Чекай. Я сказал, парни, 8 связок по 8 простых элементов. Не надо мне пока мудреные делать, пожалуйста. Простые, да, разогревочные. Потерпи, потерпи чуть-чуть. Вот я вам музон сейчас даже включу. Я знаю. Просто его, чтобы ногами не воткнуться в потолок. Пока не гоните. 8 связок по 8 простых элементов. Ну, ты что? Она не хочет слухать. Ладно,
Парни, по-русски, пожалуйста. Дети, чекайте, хорошо, по-русски. Возьми, ты, Данил, ты разве не увидишь средний вес? Я уже брал в эфире, это напряжно. 24 возьми, одной рукой. Достань, возьми 24. Сейчас будет испытывать на грудь.
очень простое. Сейчас, я хочу трёху. Потому что никого не было. Пока я трёху не сделаю. Я нужно покушать. Каждый раз. А можно досуга? Вот досуга. И вот такую вот попробовать. Спина, ноги нормально грузится. Только правильно делайте. Знаете, как встанете? Один здесь, лицом туда. Вот здесь, например. Другой здесь, лицом туда. И вы будете смотреть, чтобы никто не подошел к вам. Например, ты, Владян, отсюда сюда. А Данька отсюда туда. И будете друг за другом. И не мешать. Что такое, Даня? Что потерял? Ударился? Ну как? Возьми, поводи, успокойся. Стой. Вот так возьми. Разгладь. Вот так, Данил, хватит грызть. Вот так возьми. Другой. Вот так разгладь. Давай. А за что прочее? Че, последний попыток на трёхку все сделал? Серёг, поучи меня. Дроби. И пойдём, слышишь? Что вообще с собой? Лучше лёгкие палочки взять, а не кубарного. Почти довел. Потом вот так вот, кто такой? Вам нужно
Шариф, я хочу взять камеру сюда посмотреть, если я ударю, это вообще жесткий тип доказательств. Короче, тут чуть камеру показывает. Камеру закрывай, хорошо, пожалуйста. Ты был, когда он сейчас только что себе ударил? Чеки, смотри, Данил. Молодец, поправился. Не надо по-английски, пожалуйста, так, по-русски говорите. Можно сказать, Данил, обрати внимание, как наш брат делает. Да я быстрее, он потому что конечно, он начинает... Конечно, так быстрее говори. Данил. Что, он близко? Да у тебя вот он. Да ёшки, прям вам тут не помогается. Надо выше. Давай, Данил. Еще левый. Молодец. Да у меня уже все. Я уже потею, понял? Малышне еще 10 минут, но уже время без 1 минуты 9. Но вам еще 10 минут. Где родители? Можно приехать, попить можно? Попить, умыться в туалет, да. Смотри, Дани. Туда мы еще лучше уйдем. Еще лучше уйдете? Ну, лучше сейчас. А, почему? 10 минут у вас есть. Давай, на всякий случай. Ну, вы сами, родители за вами придут?
За Данилой родители приходят? За мной не приходят. Нет, вот за тобой приют родные. Вы все вместе пойдете? Думаю, не знаю. Нет, вообще домой вам в одном районе живете? Мы с ним, да. Все, понял. Что же ешь? К набитым ртом, к турникам не подходите. Матьке помощь потом надо будет убрать, да? Пора ложечки разложить. Сейчас, секунду, сейчас, все будет. Простое. Можно это сразу все время похавать? Похавать? Да успеешь, наоборот, позанимайся, потом похаваешь. Ты что? Позанимайся лучше. Ну, хорош. Давай немножко, как керамбит. Рука должна быть расслаблена. Как керамбит, говорит. Как палочка барабанная. Вы одеваетесь? Да. Решили домой? Красавчики. Парни, маты стелить, пожалуйста, на место пароложки. Молодцы. Хотя сейчас вам самый музон. Давай, да, под самый музон. Начинай. А давай сейчас запишу какую-нибудь связочку красивую сделаю. Ближе, прям тянись. Тянись. Ну. Кто из вас может связку сделать? Я могу. Сможешь, точно? Скорее всего, могу. Давай, называй, что будешь делать. И смотри, ты не возьмешь. Тима, хорош. Наоборот, ты, братан, возьмешь. Ты чё? Зачем? Все, не слушай никак. Ну, подержи его. Секунду. Сейчас, секундочку. У тебя вода есть? У тебя вода есть? Марк, приготовься. Я сейчас просто крутиться буду. Только это, держись крепко. Стоп, на меня смотри. Поехали. Смотри, что ты не хочешь, Сергей? А ну, дорогие.